Первый фрагмент, седьмая серия сериала «В конце ночи». Мама Шермин внезапно для всех приехала в Стамбул, чтобы выдать свою дочь за Ахмета. Маджиди, которая совсем не ожидала такого поворота, будет шокирована. Казым лично просит руки Маджиди для Ахмета. Хотя его сердце кричит о любви к ней, но он не может никак помешать помолвке и надеется, что Маджиди откажется от этой затеи. Девушка сама повергнута в шок, разве можно без ее ведома просить ее руки, но она загнана в тупик и вынуждена дать свое согласие на помолвку. Маджиди пытается себя убедить, что все письма любви, написанные Казымом, это ложь и не были адресованы ей. Нермин хочет напомнить Казыму о их забытой любви и намерена провести с ним ночь. О болезни мамы Берин узнает Джихангир и искренне сопереживает их совместному горю. Маджиди начинает тайную переписку с Казымом. Хоть им обоим больно за то, что они любят друг друга, но будут рядом с другими. Но чем больше ты стремишься к боли, что причиняет эта любовь, тем сильнее становится она. Как Казым и Маджиди будут бороться за свою любовь? Увидим 7-й серии сериала «В конце ночи», которая выйдет 15 ноября в 20 часов ровно на телеканале Star TV. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!